Задачи, которые ставят перед Брянской областью президент и правительство, требуют в разы увеличить ввод жилья на территории нашего региона. Губернатор Николай Денин отметил, что решение этой задачи в комплексном освоении земельных участков с целью жилищного строительства. И один из таких проектов – застройка участка по улице Флотской. При этом, обращаясь к чиновникам, губернатор потребовал создать все необходимые условия для успешного привлечения инвестиций. За инвесторами мы с вами не гоняемся. Не создаем условия для привлечения инвестиций, а наоборот, создаем такие похождения, что отдельные плюют и уходят. Согласно проекту планировки территории, по улице Флотской будет построено 504 тысячи квадратных метров жилья. Причем по 100 тысяч инвесторы планируют вводить ежегодно. Помимо этого, в 2011 году планируется ввести в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. И в последующие годы темпы строительства будут только увеличиваться. В 2015 году мы должны ввести 630 тысяч квадратных метров жилья. А в 2020 году, значит, согласно и задаче, поставленной и правительством, в том числе президентом, на всех территориях Российской Федерации должно вводиться жилья по одному квадратному метру на одного жителя. Численность населения будущего микрорайона по улице Флотской составит более 20 тысяч человек. В плане застройки – 10- и 17-этажные дома. В новом микрорайоне будут располагаться детские сады, школы, подземные автостоянки, открытые парковки, магазины, развлекательные комплексы. Все, что необходимо для комфортного проживания жителей микрорайона. Екатерина Зодина, Аристарх Никитин. События, Брянск.